расскажу, как я питаюсь, свои секреты питания. Всех вас приглашаю на мои занятия по Zoom. Вся информация в ссылке профиля. Первое занятие бесплатное, поэтому если вы хотите попробовать, пишите мне, записывайтесь на класс и приходите. Итак, получаю очень много запросов на тему: Катя, расскажите, как вы питаетесь, как удается сохранять форму, ваши секреты питания. Я решила снять видео на эту тему. Итак, я расскажу, как я питаюсь, но я никакие советы, рекомендации не даю. Я просто буду рассказывать и делиться, как я питаюсь. Итак, я ем 2 раза в день. Первая еда у меня либо где-то в 11-12 часов, и второй прием пищи у меня где-то около 5 часов. И больше я не ем. У меня не бывает никаких перекусов, то есть 2 раза в день и точка. Никаких перекусов. А между едой я пью чай, воду. Или у меня первая еда рано утром, где-то в часов 9. И тогда вторая еда у меня где-то часа 4. Вот. То есть в зависимости от моего графика я ем либо рано утром, либо с 11, вот, где-то до 12. Вот в этом промежутке, в зависимости, какой у меня день. Значит, мое правило – это есть 2 раза в день. Причем я испробовала на себе всякие методы. Я питалась и 5 раз в день. То есть у меня было 3 основных еды, 2 перекуса. То есть я работала и с нутрициологом, и с диетологом. И в моем случае это ничего не работало, потому что мне прописывали какое-то огромное количество еды, 5 или 6 раз в день, очень много всего, и я только набирала вес и толстела. То есть мне лично точно не подходит еда там по 5-6 раз с перекусами, с маленькими порциями. Мне это не подходит, я толстею, я набираю вес. Но когда я перешла на интервальное голодание и стала на интервальное питание, мне это больше подходит, мне легче удерживать вес, когда я питаюсь 2 раза. И это комфортно для моего желудка, потому что я поела, еда переработалась, и желудок пустой, ждет следующего приема пищи. То есть, а когда питаешься 5-6 раз в день, желудок постоянно работает. То есть желудок постоянно в каком-то процессе что-то перерабатывает. Поэтому вот лично мне подходит питаться 2 раза в день. Значит, мое правило – есть 2 раза в день. Второе. Моим правилом – я пью отдельно от еды. То есть я могу попить до еды за 15 минут. Если я поела, я пью, мой следующий прием воды будет только через где-то 1,5-2 часа. То есть я не пью во время еды, и я стараюсь не пить сразу же после еды, я жду, где-то выжидаю, ну, минимум час, но лучше 2 часа. Не всегда это получается, но я стараюсь этого придерживаться. Пью я только воду и травяные чаи. Ничего больше я не пью. Иногда бывает, я могу выпить бутылку комбучи, вот, но помимо чаев и... иногда я варю себе компот, но это тоже бывает не часто. Ну вот вода, компот и чай. Ничего больше я не пью. Кофе я не пью. Чай я стараюсь пить травяной. Чай, там, липа, зверобой, все такое. Это второе. Третье. Я не ем сладкое вообще. То есть я исключила сахар из своего рациона. Я не ем сахар, но я люблю сладкое.
и мне было очень сложно отказаться от сладкого. Но я сладкое заменила сухофруктами. Я живу в Сочи, и в Сочи очень вкусные сухофрукты, такие как вяленая хурма, абрикосы сухие, манго. То есть вот такие вот сухофрукты, инжир. Забыли целое слово. Финики. То есть, и они настолько сладкие, они настолько сочные, что они мне заменяют там всякие шоколад, да, и так далее. От меда я тоже отказалась. То есть я ем только сухофрукты. Но они настолько сладкие, что мне этого хватает. Значит, сладкое я не ем вообще. Ни в чай, никуда. Вообще, я отказалась от сладкого. И от мучного. То есть я стараюсь, я практически не ем хлеб. Бывает иногда, но если я покупаю хлеб, я покупаю бездрожжевой. Но хлеб, вот эти все булки, вообще нет в моем рационе. Но я люблю рис, у меня очень часто рис, бурый или дикий. Но вот пасту я могу съесть, может быть, раз в неделю, но очень редко ем пасту. То есть в основном это какие-то крупы, это рыба, это овощи, безусловно. На завтрак я варю себе кашу пшеничную, перемешиваю с ячменем, добавляю тыкву, это, как правило, яйца еще, сухофрукты. Ем я много, но только два раза в день. Могу позволить себе иногда курицу, где-то раз, наверное, в месяц. Мясо я вообще не ем. Курицу или индейку я позволяю себе где-то раз в месяц. То есть очень-очень редко мясо практически не ем. Всю свою еду я готовлю. В основном готовлю. Я, конечно, хожу иногда в рестораны и так далее. Но стараюсь, в основном вся еда домашняя. И я не держу еду в холодильнике. То есть я стараюсь готовить только на раз и точка. То есть я готовлю мало, но вот два раза в день маленькими порциями, чтобы потом не выкидывать или не класть в холодильник. То есть холодильник я избегаю. И также я стараюсь, если, допустим, какая-то рыба, я постараюсь покупать в Сочи, это возможно, купить свежую, тут же изготовить. То есть я стараюсь не замораживать продукты. Я считаю, что они теряют свою пользу, если их заморозить. Поэтому я стараюсь все есть свежее. Я часто хожу в магазин и часто стараюсь, пусть маленькими порциями, но свежее. То есть для меня очень важно не хранить еду в холодильнике. Я очень люблю топленое масло. Если мне что-то нужно пожарить, я это делаю только на топленом масле. Вот топленое масло, оливковое масло холодной выжимки. Все, больше у меня ничего нет. Вот, значит, на завтрак я сказала, я ем либо яйца, либо каши обязательно, сухофрукты. А вечером последняя еда у меня в часов 5, ну до 7, не позже 7. У меня вторая еда, это, как правило, какой-то белок, либо рыба, либо сыр, либо грибы и овощи. Овощи, и иногда я делаю рис. Я очень люблю рис, рис я ем много. Что-то еще хотела сказать, сейчас пытаюсь вспомнить важную вещь. Ну вот, по-моему, все. Вот если вкратце, вот такой мой рацион. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк, делитесь и на любые вопросы задавайте мне, и я вам с удовольствием отвечу. И не забудьте подписаться на мой канал.